Сегодня мы продолжаем смотреть все серии «Даша и животное» с канала Easy Animation. Ну а если вы не видели предыдущий ролик, то сначала посмотрите его. Ну а это третья часть. Ну что, продолжаем смотреть 3D-анимации про Дашу-путешественницу. Кто не помнит, они попали в ад, им нужно найти 5 волшебных камней, чтобы вернуться обратно к себе домой. А пока что они дрыхнут. Эй, кто будет камни искать? А вот Дашка лысая, так и не нашла себе парик. Эй. Чё так холодно? В смысле? Они же в аду. Там не должно быть холодно! Там жарко и горячо! В смысле холодно? Я не понимаю... Что? У них выпал снег! В аду! Вот дела. В аду снег выпал. Как так-то? Животное, хватит спать. Дуй за дровами. А почему он снова? Давай, а ты ему будешь помогать вообще? Бедный башмачок! Ну как... На кого бочку катишь? Так, что-то он там ей сказал. Она на него рассердилась. Ну все, башмачок, иди. Ставь лайк, если хочешь, чтобы эти анимации никогда не заканчивались. Эти мульты просто восхитительны. Так, что это такое? А где его топор? Чем будет еще рубить дрова? И у них вообще есть печка дома? Я печки не заметил. Нифига себе он оторвал. А, они костер развели. Да, так и окочурится недолго. Там снеговик. Давай сгоняем к барыге, шмот купим. Там снеговик двигается. Это жулик, что ли? Эй! Не двигайся, снеговик, мы тебя спалили! Это лиса! Ё-моё, он сейчас им их костер потушит! Вот сволочь, да? Смотри, что делает! Ага, вот наш жулик! Что он вообще делает в аду? Как он вообще туда попал? Нет! Не только не, пожалуйста, не надо портить костер! А, он себя немножко набрал огня! Ну ладно, тогда все нормально. Окей, они снова пошли к барыге, чтобы что-то раздобыть. Так, посмотрим. Здорово, торгаш. Смотри, что у нас есть. Опа. Вот кристаллик. Давай, бери. Неплохо. Что хотите за него? Парик. Нужны теплые вещи. Сейчас могу предложить. Так, о, что у тебя есть? Есть шапка бомжа. Да, это то, что надо. Это непростая шапка. Она дает устойчивость к холоду и защиту от блох. О, тогда это надо башмачку. Ладно, а Дашке уже парик. Тебе нужнее. Да. А для меня что есть? Вон, ну-ка. Бушлат висит. Конечно, не писк моды, но зато теплый. Окей. Да, выбор, конечно, невелик. Но ну что хоть поделать? Что-то есть. Беру. Отличненько. А что на парик свой никак не заберет-то? Окей. Блин, ну башмачку идет эта шляпка. Реально, выглядит солидно. Опа. Он поджег их дом! Сволочь! Дашка, это был жулик. Я тебе говорю. Это был этот хитрый лис. Этого нам еще не хватало. И что теперь делать? У вас теперь появились дополнительные дрова в виде дома. Перекантоваться у барыги? Он и так на нас косо смотрит. Так что не варик. Да может там ему немножко заплатить. Туннель, я точно не пойду. Вариантов нету. Пошли в подземку. Да ё-моё, можно было барыге немножко заплатить, так сказать, за ночь. Пережить и потом что-то придумать дальше. Ну ёкарный ты бабай. Так, все, они пошли в подземелье, да? Там вроде бы... Нет, там еще холоднее должно быть. Они же под землей находятся. Опа. Да, костер развели. Печально тут как-то. Оу! Ё-моё, снова эти глаза стрёмные! А ну, Дашка! Кыш. Это теперь фу. Наша точка. Окей. Сможет ли Даша и животное найти новый дом? Это вы узнаете в следующей серии. Я думаю, они смогут найти. И что за камень? Привет, я Даша. Здорово. А это животное. Привет, животное. Да. Вы, наверное, думаете, куда эти двое идут? Ага, с камнем и с ведерком. Что? На рыбалку. А-а-а. Давай, животное, ныряй. Да что ж такое-то, снова на башмачка да использует в своих разница? Целях. Зима, лето. Там холодно, пипец, он заморозит себе все. Он все себя отморозит. Мы все знаем, что ты туда полезешь, так что нет. Не выеживайся. Не слушай ее, башмачок. Она тебе не указ. Вот правильно, сама туда полезай. Ну это ты зря сделал. Ну а что ты сделаешь в ответку? Только на слабах такая. Крутая. А на деле что? А на деле нифига. О, стой, рыбку поймала. Молодец, Дашка. Ну дает. Так. Видите, теперь башмачок может за себя постоять. Так, одна рыбка пошла в рот. Найс. Так, что-то какие-то звуки, да, стрёмные? Животное, ты слышал? Да, я тоже слышал. Кто-то приближается как будто бы. Мне кажется, снова этот хитрый лис-жулик. Ну-ка, смотрим, что там. Ага, смотрите-ка, жулик построил свой дом, а их поджег. Вот, конечно, реально.
Что за лист такой? Я смотрю, жулик неплохо так обустроился. Нормально так, да. Камень для портала должен быть у него дома. Пошли проверим. О, а вы откуда знаете? Он реально спер камень от портала? Так, окей, они пошли в его дом. Нифига себе, он реально огромный, даже больше, чем их. Нормально он так тут. Черт, закрыто. Обустроился. Давай через трубу. И полюбас полить снова башмачок, да, в эту трубу, а не Дашка. Ну вот, блин, Дашка, конечно, хорошо устроилась. Всегда вперед только пускает башмачка нашего. Нашу мартышку. Ну давай, башмачок, с богом. Надеюсь, вот я, слава богу, что там не было костра никакого. А то сейчас все подпалил. Так, все, он пустил Дашку. О, там осьминожка! В клетке! Как он туда поместился? Красава, ужин нам нашел. Морепродукты, правильно. А рыбу, которую ел 5 минут назад, было не жалко? Жалко, жалко. Ну, кушать хочется же. Ладно, давай отпустим. А, ну ладно. Может, осьминожка их будет защищать тогда за это? Так, а что она такая маленькая? Она же огромная была. Ищи камень тут, а я там проверю. А, или это был детеныш той осьминожки, и теперь мама осьминожка будет им помогать. Мне кажется, будет очень круто. Так, им нужно найти теперь камень. Так, проверяем тумбочки. Может, там даже что-то похавать найдется? Нифига себе, у него кровать, вот есть даже холодильник. Моя кровать? Пипец, да? Обустроился. Так, смотрим, проверяем, пока ничего нет. Даже телефон есть! В аду! Кто в аду может тебе звонить? Там же связь не ловит. Ну, я так думаю. Алло. Ну, как что? Ты с деньгами? А, это прикол! Это пранк телефонный. Почему? А что я сделал? Мне кажется, сейчас башмачок бомбанет. Не надо. А что ты кричишь? Да не сердись, башмачок! Повесь трубку! Это пранк! Ну что ж такое-то? Мне кажется, сейчас сломают эту трубку. Нафиг. Ну что там? Как с деньгами-то там? Все, он рассердился! Все, минус сейчас трубка будет! Блин, я вот смотрю этот мультик и понимаю, что в этих анимациях я башмачок. Реально, по поведению точь-в-точь. Так, жулик вернулся. Он что-то услышал. Такой приходит и видит такую картину. Дашка в его холодильнике роется. И жрет его еду. Так, а в это время башмачок... Башмачок пранкует звонящего. Опа, а вот и мать осьминожка вернулась мстить этому жулику. Ну все, тебе трындец. Вот и ужин для осьминожки. В виде лиса. Прощай, жулик! Так тебе и надо. Мне кажется, жулик сюда не скоро вернется. Это не то слово. Ну что, животное, будем теперь жить тут. Найс, плюс дом, да? Отлично. Плюс холодильник с едой. Прям реально, одни плюсы пока что. Но камня пока они вроде не нашли. Где камень? Может быть, внутри жулика? Так, посмотрим. Ага, снова Дашка ничего не делает, а башмачок делает всю работу по дому. Рубит дрова для печки. Давай, башмачок, посильнее немножко, давай! Ну, ё-моё, каши мало, что ли, ел? Давай, напряги все свои мускулы. Давай, долби этот пенёк. О, нифига себе, пенёк чуть в голову Дашки не животное, отлетел. А ты знал, что в аду кучка тиктокеров построили себе дом и назвали его ТикТок-хаус? О, что? Смотри, тут сказано, если их прогнать, то за это неплохо так бабла накинут. Ты с ними раньше тусил, как думаешь, справимся? Тусил, башмачок, с тиктокерами? Да, дело не из простых. А как их прогнать? Ладно, давай попробуем. Пригрозить им чем-то? Тиктокеры! Нифига себе, у них тикток-хаус в аду! Кто вообще в аду живет? Топ-тиктокеры, наверное. Окей. Вот они пришли, они там что-то тусуются. По музыке вот слышно. Вот пришли. Давай, иди на разведку. Снова башмачок, просто да, вперед. Просто веди себя естественно и не спалят. Эй, башмачка вообще, да, никто не спалит. Просто мартышка в башмачках, в шапочке. С блохастым хвостом. Так, 40 минут спустя. Так, что за это время могло произойти? Дашка все еще ждет. Прикиньте, если башмачок тоже стал тиктокером. И теперь он Дашку нафиг погонит. О, что-то... Что за походка? Да уж. Вот черти, нашли слабое место макаки. Окей. Минус башмачок. Мы потеряли животное. Они его напоили. Придется самой все разруливать. Все, покатило, Дашка. Разруливай ситуацию. Опа. Так, собрали манатки и дуйте отсюда.
А сколько их там вообще штук? Точнее, человек. Может, в рюкзаке есть что-нибудь, что поможет нам? Давай посмотрим. Рюкзак, показывай, что у тебя есть. Даша и животное попали в сложную ситуацию. Как думаете, что им поможет? Туалетная бумага, рогатка, факел, кастет, топор и клизма. Я думаю, они воспользуются кастетом. Давай, выбирай кастет, чтобы припугнуть этих тиктокеров. О, они выбрали факел, чтобы поджечь дом? Ну, я хотела по-хорошему. Видимо, придется как всегда. Все, минус тиктокеры. Помним, любим, скорбим. Что такое? Это полицейский? А что вы тут делаете? Опа-на! Почему в аду одни роботы заправляют всем? Откуда они там взялись? Да так, животное выгуливаю. Мне кажется, он не дышит. Не, нормально все. Просто прилег отдохнуть. Да, он просто отдыхает. На вас поступила жалоба от жителей этого дома. Да они что-то напутали, мы уже уходим. Они шумят. Животное, вставай. Давай, мартышка, не подведи. Башмачок, поднимайся! Странное у вас животное. Вы что, не видели никогда синюю обезьяну? Да. Это его обычное состояние. Самая обычная обезьянка в мире. Какой-то он буйный. Немножко он бешеный, конечно. Нормально, он вам пожелал хорошего дня. Поверим на слово. О, нет! Робота сейчас она отключит полюбас и системы. Так, робот немножко в замешательстве, он не понимает, что происходит. Откуда они напали? Оу! За что? Оу! А Даш, кто за что? Это же животное просто здесь... Что? Это тюрьма? Это полицейский участок! Животное! Они теперь что, будут в тюрьме, что ли? Серьезно? Это тюрьма в аду получается. Ну а сейчас, ребят, тыкайте на одно из этих видео, ведь они реально очень классные. Ну а с вами был я, Кеша. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!